известно, насколько живучий и неистребим обыкновенный таракан. Когда стало очевидно, что он практически не поддается методам химического контроля, мы стали искать новые подходы. С помощью генной инженерии нам удалось получить организм, который стал нашим шестиногим союзником в борьбе за истребление всей нью-йоркской популяции тараканов. Что это? Мы создали их стерильными. Иуды не должны были прожить больше одного поколения. Эволюция стремится к сохранению жизни. Это не просто случайная мутация. Совершенный убийца. Мутанты. 14 марта в 21:55. Премьера на Иллюзион Плюс.